Сегодня мы с вами продолжим изучение исторической апологетики и поговорим о некоторых мифах о Христе. Как было сказано на прошлой лекции, существовал ряд авторов, которые таким или иным образом пытались отрицать историческое существование Господа нашего Иисуса Христа. Тем не менее, есть и другие авторы, которые, не отвергая исторического существования Христа, тем не менее так описывают образ Христа, что он ничего общего не имеет с евангельским образом и с верой Церкви в Иисуса Христа. Таких мифов достаточно много, и они были изложены в огромном количестве всевозможных книг, публикаций, на данном этапе даже в типа документальных фильмах. Не меньшее количество есть христианских авторов, которые писали опровержение подобного рода отношения к образу историческому Иисуса Христа. Но мне бы хотелось сегодня поговорить только об одном из таких мифов, который является невероятно популярным в среде всех людей, как околоцерковных и, к большому сожалению, иногда даже церковных. Вы можете убедиться в правоте моих слов, когда люди, казалось бы, которых вы воспринимаете как воцерковленные, могут в какой-то из бесед, в каком-то из разговоров взять и выставить какой-нибудь определенный миф, который, естественно, с церковью не разделяется, но они, тем не менее, в него веруют или, во всяком случае, ему симпатизируют. Это произошло в результате долгого отсутствия на территории, которую сейчас принято называть постсоветской, да, церковной проповеди, учения церковного, которое бы было понято и распространено в широких массах. И, естественно, что природа не терпит пустоты. Таким образом, отсутствие правильных представлений, исторических представлений о личности Иисуса Христа, даже в среде людей, которые так или иначе считают себя церковными, стали вкрапляться вот эти вот идеи, мифы о Христе. Самый известный из которых говорит нам о том, что Христос, будучи подростком, как вы помните, в Евангелии описано, что после 12-летнего возраста о нем практически ничего не упоминается, и потом уже выходит на общественную проповедь. Вот эти вот годы отсутствия Христа, годы неупомянутые в Евангелии, они заполняются всевозможного рода выдумками, я бы сказал, даже фантастикой. Был такой автор, сам по себе достаточно интересная фигура, много в жизни чего увидевшего, много занятий поменявшего, но прославившегося тем, что написал книгу, посвященную утерянным годам Иисуса Христа. Это автор Натович, Николай Натович. Он по роду своей службы, будучи офицером царской армии, это рубеж 19-20 веков, побывал на границах Российской империи, в том числе и Гималаях, отчасти в Индии. Приехав оттуда, он стал распространять идею, рассказывает всем, что он был в одном из монастырей. В этом монастыре, в Гималаях, он увидел рукопись, и настоятель монастыря рассказал ему, что в этой рукописи рассказывается о неком Иисусе, который приезжал в их монастырь для того, чтобы обучаться восточной мудрости. Естественно, что Николай Натович сразу же посчитал, что речь идет об Иисусе Христе. Приехав обратно в Российскую империю, он выступал с лекциями на эту тему, а впоследствии выпустил книгу. До сих пор этот миф, созданный Натовичем, является очень и очень популярным. Не только сам Натович, но и ряд других оккультных и полуоккультных авторов взяли на вооружение этот рассказ. Ну, прежде всего, имеются в виду Рерихи и Блаватская, которым, безусловно, этот рассказ понравился, так как он шел в гармонизировал с их идеями о неком сакральном месте в Гималаях, где, собственно говоря, им можно было получить или приобщиться некой трансцендентной премудрости. Да? Таким образом, этот миф, созданный Натовичем, он был принят оккультными и полуоккультными кругами и распространен в широкие массы. Уже в новое время
вернее, в новейшее время нашей истории, в конце существования советского периода и после него, книги Натовича и идеи о том, что Христос путешествовал в Индию, они просто массово навалились на читателя через газеты, через радио, через телевидение и так далее и тому подобное. И в этом многие до сих пор веруют. Однако, если мы с вами обратимся к, собственно, рассказу Натовича, то мы с вами увидим ряд противоречий, которые содержатся в этом повествовании. Я вам уже говорил, что на прошлой лекции, что тот свидетель, который якобы свидетель, хочет описать что-то таким образом, чтобы его нельзя было опровергнуть, он максимально удаляет повествование, предмет повествования своего рассказа хронологически и географически. Натович так и сделал. Он удалил свой рассказ географически и практически хронологически. Свидетельство, на которое он ссылается, ему якобы 2000 лет, естественно, а географически он об нем узнал в Гималаях. Но кто поедет, даже тот, кто хочет найти ответ, прав ли был Натович, в эти Гималаи? Это же невозможно сделать, да? Соответственно, даже нельзя увидеть ту рукопись, на которую ссылается Натович. Если говорить о последовательности рассказа Натовича, то получается следующая ситуация. Во-первых, будучи в Гималаях, он побывал в монастыре, услышав рассказ настоятеля о том, что в этой рукописи говорится о неком Иисусе, который был в их монастыре для того, чтобы обучиться восточной мудрости. Но давайте с вами говорить откровенно. Мы все с вами с отчетливостью понимаем, что язык меняется, да? Наш язык с вами меняется, русский, украинский, церковнославянский и так далее и тому подобное. Вы себе представляете, что такое изменение языка в течение 2000 лет? Это очень большой период времени, за который даже так называемые мертвые языки и то претерпевают изменения. Соответственно, если этот текст был написан на санскрите 2000-летней давности и в 19 веке на него ссылаются, то я, не будучи специалистом в этом языке, но по аналогии с другими даже мертвыми языками, которые все равно претерпевали определенного рода изменения, задаюсь вопросом, неужели настоятель какого-то небольшого, малоизвестного монастыря настолько хорошо владеет всеми направлениями языкознания, всеми возможными отличиями санскрита, который был и развивался на протяжении не одной тысячи лет, что с легкостью может прочесть любую древнюю рукопись. Естественно, что вам могут ответить, да, конечно, он же хранитель древности, в том числе хранитель древнего языка, но опять же, подобного рода ответ, как правило, базируется не на знании человеком принципа языкознания, а только на каком-то гипотетическом предположении, что настоятель древнего монастыря в обязательном порядке должен читать на самых древних вариантах санскрита. Вы все изучаете церковнославянский язык. Есть люди, которые очень хорошо знают церковнославянский язык. Не будем брать славянский текст тысячелетней давности. Откройте любую церковнославянскую книгу в нашей библиотеке, напечатанную в 18 веке. И вы сразу увидите, насколько тяжело даже при знании славянского языка ее читать. Правда ведь? Соответственно, это участь любого языка. Поэтому сам факт о том, мог ли читать так свободно текст на древнейшем санскрите этот настоятель или не мог, остается открытым. Ссылка Натовича, она об этом ничего не говорит. Более того, сам Натович рукопись, естественно, не читал. Кроме всего прочего, он не говорит о том, что настоятель прочел эту рукопись перед ним. Настоятель просто рассказал ему, что в этой рукописи говорится об этом. Таким образом, это и не прямое прочтение, и тем более не прямое свидетельство. Это ссылка на слова кого-то, кто сказал, что в этой рукописи это содержится. Это не может быть названо, по сути своей, ни с какого бока свидетельством или знакомством с текстом. Таким образом, Натович сразу поступает так, как поступает любой авантюрист, создающий некий миф, который невозможно перепроверить. Я уже упоминал, что авантюристы всегда пытаются создавать такие мифы, максимально отдаляя их от возможности верификации, от возможности перепроверки. Да? В этом плане Натович – это классический вариант. Далее. Предположим, что действительно в этом тексте содержится повествование о неком Иисусе, который был в этом монастыре.
Но неужели имя Иисус в Палестине того времени является исключительным? Естественно, что нет. Христос воспринял имя, которое являлось обычным именем для иудейской среды. В этом, это имя было не уникальное. Да? Таким образом, доказать, что Иисус упомянутый в этом тексте, если бы он был упомянутый, Иисус Христос упомянутый в Евангелии, это практически невозможно сделать. Как отождествить два человека, упомянутых в одно время с одинаковым именем? Это легко сделать только внешне, но доказать внутреннее, найти внутреннее доказательство, правдивое доказательство, что речь идет об одном и том же человеке, невозможно, это нереально. С таким же успехом я могу говорить, что если есть текст, в котором написано и упомянуто о неком Сильвестре из Киева, а через 300 лет еще об одном Сильвестре из Киева, что это одно и то же лицо. Только ссылаясь на совпадение имени и при том еще на совпадение географическое. А здесь нету даже совпадения географического. Христос в Палестине, а речь идет о неком Иисусе, который был в этом Гималайском монастыре. То есть провести доказательную базу и объяснить, что Иисус упомянут, якобы упомянут в этой рукописи, это Иисус Четвероевангелия, это невозможно. Тем более, что эта рукопись осталась в том же монастыре, неизученной, неполученной, неоцененной и так далее, и тому подобное, нерассмотренной. Таким образом, явный признак создания определенного рода подлога. Более того, ну хорошо, гипотетически предположили, что можно говорить о том, что эта рукопись была прочитана, что в этой рукописи говорится об Иисусе, и что действительно этот Иисус приезжал 2000 лет назад в этот монастырь из Иудеи, где обучался восточной мудрости. Сразу возникает вопрос, а если он обучался восточной мудрости, то, наверное, эта мудрость должна быть отражена в евангельской проповеди, правда ведь? Иначе зачем столько лет обучаться в монастыре? Для того, чтобы просто любоваться красотой пейзажа Гималаев? Естественно, нет. Любой, кто хотя бы отчасти изучал историю религии или сравнительное религоведение, прекрасно понимает, что есть определенного рода истинные, определенного рода утверждения, свойственные для восточных религий, будь то буддизм, индуизм и так далее и тому подобное. Они относятся как к области вероучительной, так и к области аскетической, мистической, нравоучительной. Достаточно вам открыть самое простое изложение этих религий Индии для того, чтобы проследить, совпадают ли основные их утверждения с евангельской проповедью. Естественно, что нет. Ну, например, если бы была воспринята философия или религиозная философия индуизма, разве в Евангелии есть какие-то вещи, связанные с пантеистическими идеями? Явно нету. Если бы была воспринята идея призрачности всего существующего, кажущести всего существующего, в Евангелии это тоже отсутствует. Если была бы воспринята идея восточных религий, в частности буддизма, о том, что нужно отстраниться от всего, что вызывает у вас определенного рода эмоциональную привязанность. Будь то вещи добрые, будь то вещи злые. Потому что и добрые, и злые вещи, они так или иначе вовлекают человека в процесс тварного мира. Естественно, что любой восточный подвижник пытается избавиться от всех аффектов подобного рода, дабы его сознание было от них абсолютно чистое, невозмутимое, ни к чему не привязанное. Видим ли мы это в Евангелии? Нет. Христос, наоборот, призывает к активной нравственной деятельности, любить ближнего своего. Он не говорит, не обращай внимания на проблемы ближнего своего, потому что тебя это не касается, и твое сознание должно быть невозмутимым при любых обстоятельствах. Но люби ближнего своего. Он говорит о милосердии к ближнему своему. Вспомни хотя бы притчу о добром самарянине. Он не проходит мимо, не возмущаясь сознанием, кто там на дороге лежит. Он помогает ему и так далее и тому подобное. Ну и более того, презрение к материальному миру в смысле свойственно для восточных религий то, что любая материя – это то, что, от чего нужно избавиться, то, что нужно преодолеть. Именно на этом философском, религиозном мироощущении основаны многие ритуалы восточных религий, распространенных на территории и не только Индии. Однако центр христианского учения – это учение о воскресении мертвых. И само это учение как раз полностью говорит нам об совершенно другом отношении к материи. Ну и в конце концов,
Мы еще поговорим об этом на следующей лекции. Учение о загробной жизни, свойственное для восточных религий и для христиан, тоже радикально отличается друг от друга. Поэтому не по вероучительным пунктам, не по нравоучительным, не по скептическим, не по мистическим пунктам нет никакого совпадения между Евангелием и между восточными религиями. Соответственно, сам факт того, что можно было бы найти хотя бы косвенные доказательства присутствия в Евангелии неких восточных идей, он не раз опровергался. Если кому-то интересно, то просто в рамках временных нашей лекции нельзя рассмотреть этого всего. Есть книга, всем вам, наверное, известная, «О религиях и православии», где подробно рассмотрены эти аргументы один за другим, якобы присутствие в Евангелии неких идей восточной религии или восточной философии. Они, безусловно, отсутствуют. Я еще раз повторюсь, это многократно обсуждалось и многократно об этом писалось. Ну, можете, например, почитать публикации того же известного религоведа и знатока индийской философии господина Шохина. Таким образом, ни по каким пунктам этот миф Натовича не выдерживает критики. Кроме всего прочего, но представьте себе, где находится Иудея, а где находится Индия, да? Это сейчас, наверное, от Израиля до Индии можно долететь за 1.5-2 часа. Но в условиях того времени этот путь достаточно долгий. Более того, если искать влияние культурное одной среды на другую среду, то есть такое общеизвестное правило: следует предположить географическую и хронологическую близость. Да, вот рядом находящийся с Израилем, скажем, с иудейским царством Персия или Египет могли повлиять на Иудею. И в принципе, как мы видим из Ветхого Завета, отчасти влияли или ханаанские племена. Но где находится Индия, которая в воспринятии того времени была вообще чем? Концом света, да? Географическим пределом. И где находится Израиль? Нельзя же предположить, что отрок Иисус, 12-летний, спокойно переехал чуть ли не в соседнее село, так как бы переехал в этот Гималайский монастырь. Более того, вы учтите, что сам этот путь достаточно сложный. Гористые, холмистые и так далее и тому подобное. Поэтому и географические, исторические представления иудеев, и не только иудеев, о том, что такое Индия и как туда добраться, это очень сложный путь. И с легкостью утверждать, что взял и поехал учиться в восточный монастырь через полсвета по тем представлениям на другой край земли, это тоже незнание исторических представлений той эпохи, и географические представления той эпохи, которые сами по себе являются достаточно интересными и достаточно важными, о чем мы можем подробно почитать у ряда церковных историков, того же Василия Васильевича Болотова. Соответственно, отсутствие географической близости и культурного влияния, они лишний раз свидетельствуют о ложности утверждения Натовича. Ну, безусловно, могут вам привести пример, что все-таки культурные связи между Индией и греко-римским миром присутствовали, и есть целое направление науки, которое изучает наличие этих связей, но не надо забывать, что эти связи возникли в процессе военных походов, прежде всего Александра Македонского, и отчасти, конечно, повлияли, но это частичное влияние, которое нельзя назвать каким-то глобальным, уж тем более массовым, и уж тем более на Иудею. Более того, надо отдавать себе отчет, что Иудеи времен перед Рождеством Христовым и в годы Рождества Христова – это народ, который всячески пытается избавиться от каких-то наслоений, которые возникли у него в результате влияния соседних народов. И таким образом сама иудейская среда, она не располагает к поиску каких-либо знаний или к поиску каких-либо культурных влияний за пределами Иудеи. Народ строит свое
религиозную культуру, исходя из принципов того, что это народ богоизбранных, что это народ, который обладает откровением. И именно откровение является источником того, где иудеи искали свое религиозное вдохновение. Более того, вы учтите, что сам евангельский текст построен именно таким способом, потому что Христос ссылается, или повествовавший о Христе ссылается на что? Не на индийские религиозные памятники, а на Ветхий Завет. Вы помните, что есть целый ряд пророчеств, на которые идут ссылки в Священном Писании Нового Завета. Вспомните рассказ, когда Христос уже после воскресения идет с Лукой и Клеопой и толкует им мессианские места, рассказывает им мессианские места. Да? Поэтому Евангелие написано в таком духе, как именно бы писался текст в рамках Иудеи, где ссылки идут только на то откровение, которое обладает израильский народ и которое считает своим единственным источником веры и нравственного учения. Поэтому сам евангельский текст построен, если так можно выразиться, по правилам именно пребывания и существования в рамках иудейской культуры, в рамках религиозной иудейской культуры. И никаких посторонних заимствованных влияний, будь то буддизм, индуизм или что-нибудь другое, в нем отсутствует. Кроме всего прочего, все-таки остается открытым вопрос, ну а где же эти вот годы, утерянные годы, как любят об этом иногда говорить, Иисуса Христа? В 12 он упомянут, и только через 18 лет, в 30-летнем возрасте, он является на проповедь. Почему ничего не сказано? Ничего, братья, не сказано по одной очень и логической причине. Потому что, хотя и Евангелие и является историческим документом, однако суть этого исторического документа, суть исторических фактов, упомянутых в Евангелии, не дать полное жизнеописание Христа каждый день, каждый год, каждый месяц, а указать на исторически важные с точки зрения истории спасения человечества факты в жизни Иисуса Христа. Поэтому отец Георгий Флоровский в статье, которую я уже упоминал, «Жил ли Христос», правильно говорит о том, что евангельский текст, он исторический, но он одновременно и иконографический. В него вошли только те вещи, которые отображают суть служения Христа. И в этом плане является как бы текстовой иконой жизни Иисуса Христа. Только те факты из жизни Спасителя, записанные евангелистами, которые относятся напрямую к нашему спасению. С момента своего 12-летия до 30-летия Христос просто жил со своими родителями. И есть евангельская фраза, которая передает суть этой жизни Христа с родителями, что Он пребывал с ними в послушании и прирастая в премудрости. Все помните этот текст. То есть ничем другим жизнь Христа от обыкновенного человека не отличалась. Христос жил как обыкновенный человек до того времени, когда он был призван и вышел на свою проповедь. Более того, это вот обыкновенное пребывание такое количество лет находится в совершенной гармонии с учением о кротости и смирении Христа, воспринятое им при воплощении. Он отказывался от чудес, отказывался от славы и был во всем как человек, кроме греха, подобен во всем человеку, кроме греха. Таким образом, этот период 18-летний на самом деле проходил в Иудее, но ничем не отличался Христос эти годы от обыкновенных детей, равных себе, своих сверстников. Соответственно, можно еще обратить ваше внимание на правдивость этих рассуждений отца Георгия Флоровского про упоминание только исторически важных с точки зрения истории спасения, а не создания многотомной биографии Спасителя. Возьмите Евангелие, любое Евангелие, и обратите внимание, как там происходит распределение материала. Логично было бы предположить, что материал в той или иной степени распределялся в одинаковом объеме. Однако мы видим, что на проповедь Христову от Рождества до Страстной Седмицы уделено внимание в одном объеме, но в процентном отношении последняя седмица жизни Иисуса Христа, она заполняет почти гораздо большее количество глав, чем можно было бы себе предположить. И в этом плане особо интересно Евангелие от Иоанна Богослова, где вообще количество глав, посвященное
последним дням жизни Иисуса Христа является максимально большим по отношению, в процентном отношении, по отношению к остальным главам и изложенной в них информации. Соответственно, евангелисты акцентировали свое внимание на том, что Христос пришел в мир как Спаситель, Искупитель, который пострадал за нас. И поэтому большую часть Евангелия, как и большую часть проповеди христианской, уделяется именно этому моменту. Все остальное является лишь упомянутым только с точки зрения того, что это так или иначе касается нашего спасения. Имеется в виду воплощение, искушение в пустыне, крещение от Иоанна и так далее и тому подобное. Таким образом, и в этом смысле евангельский текст абсолютно выдержан в духе психологической правдивости и исторической достоверности, исходя из принципов, когда авторы хотели засвидетельствовать самое главное в жизни Спасителя, относящееся к нашему с вами спасению. А любой миф о Христе, будь то миф, созданный Натовичем или кем-нибудь другим, является очередной выдумкой для того, чтобы подорвать образ евангельского Христа. Я надеюсь, что когда у вас будет возможность, или вы столкнетесь с тем, если кто-то верит или испытывает симпатию к подобного рода мифам, вы сможете продемонстрировать и объяснить, что эти мифы на самом деле нарушают христианскую евангельскую веру в лицо Иисуса Христа как Бога-человека и Спасителя. Спасибо за внимание. Наша следующая лекция будет посвящена вопросу о том, было ли у христиан учение о переселении душ.